Красноярске сегодня почтили память погибших при исполнении полицейских. Церемония состоялась у часовни Дмитрия Солунского. Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеймон провел божественную литургию и панихиду, после чего цветы и венки к мемориалу, который увековечил имена более 170 стражей порядка, возложили их коллеги, друзья и родные. Дань памяти павшим правоохранителям отдают ежегодно в преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел, который отмечают 10 ноября. Всех, кого мы сегодня поминали в наших молитвах поименно, не просто как дающих нам право на память о них своим подвигом, мы вспоминали их земную жизнь. Но мы утверждаем, что они живы у вечно живого Бога.